Экономически я пока что думаю, все равно немножко как бы такое у нас состояние подшатывающееся, потому что надо восстанавливать все это, надо все поднимать, естественно, поэтому вот эти вот налоги появились, это правильно, потому что ну, одно без другого это быть невозможно, откуда мы это все возьмем, как мы это все сделаем. Поэтому те люди, которые зарабатывают больше миллиона, да, и которым придется отдавать вместо 13% 30%, конечно же, это мало кому понравится, все хотят оставить все деньги у себя, мы немножко жадные все, но идут к тебе деньги, идут к тебе финансы, зарабатываешь, умей делиться, умей как бы отдавать с чистой душой и с чистой совестью, поэтому по-другому это невозможно. Конечно, всегда мы люди, мы будем чем-то недовольны, все постоянно что-то там не нравится, вот у нас там налоги большие, там зарплата маленькая, мы люди, нам постоянно жарко, нам плохо, холодно, нам тоже плохо, мы постоянно чем-то недовольны, поэтому политика, она и заключается в том, что иногда просто надо отрезать все свои чувства и просто включать свой разум. И иногда, чтобы разум все-таки граничил с сердцами, потому что, да, есть мы себя любим больше всех на свете, но нужно любить людей, которые вокруг нас, потому что они такие же, как и мы.